Каждое лето такое теплее, теплее. Ну, сейчас вообще такое. Свойство-то свои теряет, по-любому. Сколько он сейчас, наверное? 15 градусов, если не больше, да, покажет? Ну, тепленький вообще, это ни о чем. Питер салоны давно менял? Зимой. А печку когда мыли, поменяли. Но он там без корпуса стоит, просто лежит. Корпус не могу найти. Печку мыли, а где мыли? Обжел. Акбарс посыпаю. На зиму помогло, потом опять стала вот эта сторона холодная, та теплая. Куда ездить? А куда? Сюда надо ездить. К вам? Значит, к вам скоро приеду еще раз печку мыть. Ну не мою, что там, час от силы. Да. У меня, блин, так забито, что и по 5 часов моется. Че себе, времени столько тратить, промыть. Ну, зато? Эффект есть, да? Что показывает? Видео снимаешь? Да, 17,2, да, это? А, 16,9. Еще опускается. Еще опускается? Ну, чуть-чуть, да. А, ну да. Ну, в среднем, короче, 15 будет градусов, наверное. Случилось 14. Ну, я просто у вас смотрю сторис, там нормальные такие температуры, там 7 градусов, 6. Ну, что, температура снаружи зависит, видишь. Она в такую жару, все равно, это, ну, 14 раз. Угу. Ну, попробуем его хотя бы. Блогер, что ли? Да, на канале. Ой, канал есть. На ютубе? Да. Я так по мелочи свою снимаю. Ты там это? Мою страничку и повели потом. Да без проблем. Было 14, да, градусов? Угу. Вот день получше стало, да? Ну, да. Конечно, он вообще засранный был. Хотя ты не жил недавно. Ну, зимой вот когда мыли, новую прям поставили. Ну, вот так. Сейчас дальше. Ну, да. Угу. 7. Вот опускается. Классно. Так, ну что хочешь сказать? Сейчас двоечка. Вентилятор стоит. И мне реально уже холодно тут. Проехал всего ничего. Эффект офигенный. То есть, когда у вас кондёр дует плюс 7, ну, это кайф. То есть, я говорю, на двоечке уже подмерзаю. Ну, и на улице жара сейчас стоит. Где у нас там температура? 32 градуса. То есть, ну, я считаю, что результат, ну, оправдан, он более чем. Не так долго, то есть, ну, это быстро. В принципе, даже очереди не было. Заехал, заправился. Поэтому кайф. Естественно, оставлю инстаграм Александра. Если кто с Павлодара захочет заправить кондёр. Он, кстати, сказал то, что занимается еще и промывкой печек. Тоже хорошая вещь к зиме. Как-то так. Всем спасибо.